Немецкое тюнинг-ателье Delta 4x4 подготовило экстремальный вариант пикапа Volkswagen Amarok. Автомобиль стал на 200 мм шире, а его высота увеличилась на 250 мм. Подвеску с помощью проставок подняли на 10 см. Набор внедорожных пружин и амортизаторов Bilstein сделал автомобиль выше еще на 4 см. Кроме того, Amarok получил 20-дюймовые алюминиевые диски и 35-дюймовые зубастые покрышки Cooper, увеличившие высоту машины еще на дециметр. Также для машины можно заказать комплект 33-дюймовых шин Yokohama, который вместе с дисками обойдется в 4,5 тысячи евро. Пикап дополнили массивными расширителями колесных арок, силовым бампером с дополнительным освещением, светодиодной люстрой и черно-красной матовой окраской кузова. Власти Амстердама приняли решение запретить въезд в город автомобилям и мотоциклам с двигателями внутреннего сгорания. Нововведение вступит в силу в начале 2030 года. Поэтапное введение новых правил начнется со следующего года, когда дизельным машинам старше 15 лет нельзя будет заезжать в пределы кольцевой автомагистрали А10. Таким образом, власти столицы Нидерландов хотят минимизировать уровень вредных выбросов, которые сильно влияют на среднюю продолжительность жизни горожан. Согласно плану, с 2022 года центр города закроют для автобусов с ДВС, а к 2025 году запрет будет распространяться на прогулочные суда и скутеры. Новые правила также призваны пересадить жителей Амстердама на электрические и водородные автомобили. Кроме того, ожидаемо вырастет рынок поддержанных экологически чистых автомобилей. Для таких глобальных перемен администрации города придется построить около 23 тысяч зарядных станций. На сегодняшний день таких в Нидерландах насчитывается всего 3 тысячи.